Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про пісню, а саме про обласний конкурс для вокальних ансамблів та хорових колективів «Барвінковий спів-2017». У нашій студії куратор конкурсу, а також провідний методист по роботі з дітьми та молоддю обласного центру народної творчості Вероніка Гаверлюк. Керівник дитячого хору «Промінь» Баштанської дитячої музичної школи Лариса Шулюк. І учасниці цього хору Анастасія Кротова, Ольга Грінченко та Анастасія Колесник. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пані Вероніко, одразу до вас запитання. Що це за конкурс «Барвінковий спів»? Чому виникла така назва? І взагалі розкажіть про історію цього конкурсу. «Барвінковый спев» – это конкурс, в котором принимают участие детские вокальные коллективы, это ансамбли и хоровые коллективы. Он образовался в 2015 году, он прошел впервые. До этого был подобный конкурс, но под другим названием. Но директор областного центра Наталья Анатольевна Баштовая решила немножечко трансформировать его, внести определенные изменения, и так возник конкурс «Барвинковый спев». По сравнению с прошлым разом, конкурс проходит раз в два года, и по сравнению с прошлым разом, в этом году приняло участие намного больше коллективов. Было 27 коллективов с Николаевской области, 320 детей со всей нашей области мы собрали. Это было 4 хоровых коллективов и остальные вокальные ансамбли по разным направлениям. То есть были и эстрадные ансамбли с эстрадной манерой исполнения, и с народной манерой исполнения, и автентические, к примеру, был гурт «Барвинок», это с города Николаев, керевник Ира Квитка. Они показали очень красивый обряд, они именно связанный с фольклором. То есть было разнообразие и жанров, и всего чего угодно. Мы смогли посмотреть, какие наши дети талантливые, как они могут развиваться именно в вокально-хоровом жанре. Потому что, поскольку мы знаем, это не самый популярный вид творчества. Не каждый ребенок хочет петь в хоре или в ансамбле, все хотят быть солистами. Но у нас талантливые руководители в нашей Николаевской области, которые способствуют тому, что дети приходят, поют. И вот, к примеру, как сегодняшние участники получают гран-при на таких от наших замечательных конкурсах. І наскільки я розумію, в цьому конкурсі не лише один колектив отримав гран-при. Як обирали? За віком, за формою чи за жанром, який виконували? Во-первых, хочется сказать, что выступления наших участников оценивали члены жюри, в составе которого были одни из лучших специалистов нашей Николаевской области. Это Шелодюкова Наталья Александровна, Марина Викторовна Добровольская, это преподаватель Николаевского колледжа культуры и искусств. Также была Плохотнюк Виктория Генриховна, это преподаватель Николаевской филии Киевского национального университета культуры и искусств. Дорош Анжела Ивановна, это главный специалист отделов культуры облдержадминистрации, и главой жюри была Столярова Лариса Викторовна. Это директор 5-й музыкальной школы, преподаватель-методист, руководитель детского хора. Они достойно оценили наших участников. Во-первых, по положению было у нас прописано, что участники принимали участие по трем номинациям. Это сельские, районные и городские вокальные ансамбли и хоровые коллективы. Потому что мы не можем оценивать на одном уровне коллективы в городе, у которых есть возможности, у которых больше времени для творчества, и сельские коллективы, в которых бывает то нет преподавателя, то еще нету каких-то возможностей. Поэтому условно было разделено на три категории. Также детки наши разделялись за возрастом. Это была первая возрастная категория до 10 лет, от 6 до 10. Вторая возрастная была от 10 и старше, до 16 до 18. И также была смешанная категория. Смешанная была введена для хоров, потому что очень часто на собираются в хор все, кто есть, и старшие, и младшие, и показывают свое творчество. Поэтому была также смешанная категория. Прежде всего оценивалось их вокально-хоровое мастерство. Как принято считаться, это интонация, дикция, ансамбль, то есть как они исполняли их вокальные возможности. Также оценивалась их сценическая культура, как они могут себя вести на сцене, как они
раскрывает художественный образ произведения, есть ли какая-то театрализация. Были очень интересные коллективы у нас, почти все, которые использовали какие-то движения, даже хоровые коллективы, которые пританцовывали, у них были синхронные движения, и они благодаря этому лучше раскрывали художественные образ именно произведения. Также оценивалось костюм, то, как они выглядели, как они подавали это все. То есть все критерии были довольно-таки важными, и мне кажется, что наше жюри смогло достойно оценить наших участников. А як щодо творів, були якісь окремі рамки, там, виконання капельного, або там, під фонограму, да, під якщо інструмент? В прошлый раз ограничений не было, коллективы исполняли по два произведения, то в этом году директором областного центра Наталья Анатольевна Баштовой было принято решение ввести обязательное произведение. Это обработка украинской народной песни. То есть каждый коллектив, вне зависимости, это вокальный ансамбль или хоровой коллектив, они исполняли украинскую песню в обработке. То ли это в обработке классиков, то ли это в современной эстрадной, джазовой, в любой обработке, как они это видят, как они это представляют. Конечно, не все коллективы смогли исполнить украинскую песню, поскольку мы столкнулись с такой проблемой, что, к сожалению, в наших вокальных ансамблях хоровых коллективов в репертуар не всегда включают украинскую песню. Это очень обидно, потому что мы хотим поддерживать нашу культуру, развивать ее и развивать в детях чувство патриотизма и любви к своей песне. Поэтому, мне кажется, в следующий раз, когда будет проходить конкурс, уже больше участников будет придерживаться именно этих положений. Ну вот сегодняшние гости, которые пришли вместе со мной, они как раз-таки додержались положения, не исполняли очень виртуозно и хорошо обработку украинской песни, и также второе произведение, и чем именно і своїм мастерством, і правильно підобраним репертуаром, вони завоювали гран-при цього конкурсу. Ми ще з ними трошечки про це поспілкуємося, але трошечки згодом все ж таки хотілося б дізнатися, скільки було учасників взагалі в цьому конкурсі цього року. В этом году участвовало 320 детей. Это 27 коллективов. Я говорила, 4 хоровых коллективов и остальное вокальные ансамбли. К сожалению, у нас в Николаевской области очень мало хоровых коллективов, но намного больше вокальных ансамблей. Они смогли ярко представить свои номинации, раскрыться. Среди хоровых коллективов хочется отметить чуть ли не каждый. К примеру, баштанский хор «Промень», руководитель которого сегодня присутствует здесь в студии. Очень талантливые дети, талантливый руководитель. Также с Доманевки у нас присутствовала младшая группа хора и старшая группа хора. Руководитель Служенко Мелентина Николаевна. Они представили очень интересную программу, и жюри не смогло никак иначе и тоже дало им гран-при. Потому что это было высокое мастерство, очень сложные произведения, сложные обработки. Также хотелось бы отметить, как я уже говорила, фольклорный коллектив, это «Барвинок», это с города Николаева, которые именно показали традицию украинской песни, как ее правильно исполнять в автентическом исполнении. То есть было очень много ярких, интересных, хороших коллективов, было на что посмотреть, но мне кажется, в следующий раз будет намного ярче и намного лучше. Я тоді пропоную нашим глядачам також поринути в атмосферу цього свята і переглянути невеликий відеофрагмент. Давайте подивимося. Ми хадам, достане цей передам, от Полтави до Хорова.
ось високий рівень у виконавців. А скажіть, будь ласка, скільки було взагалі гран-при? Вот в этом видео, которое мы посмотрели, только что выступали обладатели гран-при. Это все были. То есть в разных номинациях, да, потому что у нас было много возрастных номинаций, и точно так же, как я говорила, разделение по другим номинациям. То есть у нас были коллективы из Доманевки, это хор-товарищ, руководитель Служенко Мелентина Николаевна, это младшая группа и старшая. Это был самый массовый коллектив на нашем конкурсе, поскольку младшая группа была 47 человек, а старшая 50. То есть вы можете себе представить, с Доманевского района приехало 80 человек, и это только хоровая группа. Это были самые такие массовые номера, да. Выступления, и они получили гран-при, то есть в младшей номинации и в старшей. Также хор «Промень» с Баштанского района, тоже яркие представители, которые исполнили песню, как вы видели в отрывке, украинскую народную песню в обработке, очень виртуозно, очень хорошо и вокально, и чем они именно и подкупили членов жюри. И также «Барвинов», это младший и старший, присутствовал, это единственный такой был численный коллектив, именно фольклорный, который исполнял народные песни, очень близкие к этому автентическому исполнению, чем у каждого, вот видите, про каждый коллектив, который я не вспоминаю, у каждого есть какая-то своя изюминка и своя особенность, и поэтому не могли наши члены жюри по-другому, чтобы не выделить каждого из них. Это же все-таки дети, чтобы никого не обидеть. І тим більше, якщо вони були такі яркі і незабуваємі. Чи були якісь суперечки між суддями, зокрема, от щодо нашого сьогоднішнього гостей? Насчет гран-при не було ніяких у них возрождень. Всі колективи, які отримали гран-при, це було єдиногласне рішення наших членів жюри, тому що вони виходили на сцену, це був просто непередаваємий порив емоцій від них, наскільки діти переживали ці пісні, як вони подавали цей посил в зал і нашим членам жюри, і вони не могли по-другому, як не присудити єдиногласно їм якесь місце або ж гран-при. Чим вразив хор «Промінь»? Как я уже говорила, он впечатлил своим мастерством, именно исполнительским, потому что дети вышли, все знали, что они ехали далеко, с дороги, уставшие, но они собрались и выступили на очень хорошем уровне, показали хорошее исполнительское мастерство, именно хоровое, чем они подкупили наших членов жюри. Пані Ларисо, расскажите, будь ласка, що ви виконували на конкурсі, як підібрали репертуар? Так вдало, щоб так приїхати одразу в гран-при. Ну, а положение обязывало ввести в программу обязательно обработку украинской народной песни, ну и песню по выбору. Вот. Песни Леси Горовой мне всегда очень нравились, и мы хором их очень всегда любили и исполняли с большим удовольствием. Ну, на этот раз тоже легла, так сказать, вот наш взгляд, да, лег на эту песню. Мы ее так полюбили, это наша Украина моя. Вот. А вторая песня, обработку украинской народной песни «На улице скрипка грая», ну как, она у нас была уже давно запланирована. Но, судя по тому, что состав у меня обновился в этом году, вот, пришлось немножечко поменять, самой трошечке так аранжировочку сделать. Но песня тем взяла, что детям нравилось по голосам видеть линию своей партии. Вот. И потом, когда мы это все совместили, у нас, ну, действительно получилась такая красота. Вот. Ну, много, конечно, работали и, ну, добились, чего добились. До речі, про те, як працювали, як взагалі проходила ця підготовка до конкурсу? Ой, у нас было очень мало времени. Я сомневалась, много сомневалась, но когда у детей спросила, кажу, девочки, мальчики, мы приглашены на конкурс, будем ехать. Все единогласно согласились. Говорю, ну работать надо будет очень много, потому что и времени мало, и произведения серьезные, поэтому будем соблюдать тогда мои условия. Мы и в субботу, и в воскресенье, мы работали, мы собирались, мы очень много уделяли внимания не только, так сказать, общему развитию песни. Мы каждый голос прощупывали, дикцию отрабатывали, штриховочку, интонацию. Я их даже заставляла такие упражнения делать, что они, бедные, уже «эй, эй», все никак не могли сделать, но и сделали. И оно достаточно красиво звучало, когда в песне, в общем, сложилось. Вот. Но, тем не менее, сразу сказали, если будем ехать, то ехать только за гран-при.
А говорит, мы согласны. Ну, раз согласны, значит, работаем. Ну, это я так сказала в шутку, но, бачите, в каждой шутке есть доля правды. Так что вот таким образом. Как себя настроили, так они приехали и завоевали, покорили наши. Да, приехали мы, конечно, приехали, немножко. За гран-при забрали его. Немножко мы так расслабились, не расслабились, а меня чуть-чуть расстроило, что хор мне некуда было так поставить, но организаторы молодцы, быстро организовали все, мы, дети, бачу, уже так настроились, все, настроение поднялось, все, мы порепетировали. Вышли и ну, как-то одним махом это все. Молодцы, дети вообще постарались на славу. На все 100? Да, на все 100. Они сами довольны, но сами сказали, Степановна, надо, ну как, на этом не останавливаться, у нас же есть еще. Так что у нас сейчас еще другая песня Леси Горовой «Колокола» про одесские храмы. Вот, так что мы ее готовим как бы себе на отчетный концерт. Расскажите про свой коллектив, сколько участников в нем? Ты сказала, что місця навіть не вистачало. Ну, коллектив у меня существует, скажем так, с таким названием два года. Два года. Дело в том, что первый барвенковый спев, когда был... В 2015 году. Да, в 2015 году. Мы в нем тоже принимали участие и заняли там второе место. Вот. И когда нам пришло вот это приглашение, ну, я согласилась. Учеников у меня достаточно, ну, если для такой школы, то маловато, но 22 человека, это у меня так как бы держится стабильно. Вот. И дети все такие, ну, скажем, ответственные, они молодцы, если вот действительно они стремятся, то они делают это, они и ходят, и учат, и мы с ними работаем, скажем, на таком вот уровне, что вот есть цель, значит, надо к ней идти. Два роки, якби не великий термін, вже такі високі результати. Який репертуар у вас взагалі? Ну, взагалі я стараюсь дітям прививати любов і к українській пісні, і к естраді, і таким класичним произведенням і наших от, українських композиторів. Іноді роблю так легку таку аранжировку пісень, які нам дуже подобаються, але буває, що не підходять там, по голосам або по партіям. От. Ми, в принципі, дуже люблять вони петь українські пісні, що, звісно, навіть вроде для нашей современной молодежи это как-то не очень, ну, свойственно, но тем не менее им это нравится. Ну, то их покажет эту песню, то так спевает. Да, да. Просто заварили, они... захотели. Они сами иногда говорят, а давайте здесь так сделаем, а давайте вот тут так попробуем, а вот у нас так получается. Значит, общими усилиями мы создаем вот этот образ. Вот таким вот образом. Вы занимаетесь лишь с хором, чи є якісь інші форми? От, зокрема, в цьому колективі. Ні, дівчатки у мене кожна солістка. Да, ми на конкурси їздили на золотого лелеку, і на перші ластівки, і на зональні конкурси у нас, коли всі є. Потім дівчатка Настя Кротова, вона участвувала, я україночка, в арт-міксі. Ну, в общем, вони такі, що везде... Активні, да? Да, активні, активні. У мене, ну, майже... Почти весь хор у меня, ну как, есть девочки-солисты, они где-то везде занимают какие-то места. Ну вот такие вот, они активные. Вот если хочется, они идут, они делают, они им нравится это все. Да, девочки? И да. Тем более, почему бы не показать свой талант, если есть что показывать. И хотелось бы сказать и для наших сегодняшних участников, и для каждого, кто хочет принять участие в конкурсах, которые проводятся областным центром народного творчества, в следующем году, в 2018, директор Николаевского областного центра Наталья Анатольевна Баштовая внесла изменения, и поскольку наши коллективы, вокальные ансамбли, хоровые коллективы показали настолько высокий уровень своего мастерства, она решила добавить в конкурс, хоровой конкурс имени Аркаса, номинацию «Хоровые коллективы именно детские», где они наравне со взрослыми смогут показать свой талант в таком большом, огромном, масштабном конкурсе. И также для вокальных ансамблей конкурс под названием «Диапазон». То есть мы выходим на новый уровень, детские коллективы входят в количество самых лучших коллективов, как хоровых, так и вокальных ансамблей, где они смогут показать свои таланты. Ну а фольклорные коллективы могут показать свои таланты на празднике «Фольктолока», который состоится осенью следующего года. Будемо чекати цього свята, але все ж таки сьогодні поспілкуємося трошечки ще з нашими дівчатками, з нашими зірочками. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе взагалі. Наскільки вам сподобався цей конкурс якийсь? Зовсім недавно було, свіжі емоції. Конкурс був дуже захопливим.
Я навчаюсь зараз в 5 класі, і в старшому хорі я навчаюсь лише перший рік. Але з самого початку занять я зрозуміла, що колектив має певну єдність і цілеспрямованість. І хочу сказати, що на конкурсі це нам дуже допомогло. Ми перебороли всі свої хвилювання, страхи і показали всім той результат, на який очікували. Оля, а як ти потрапила до цього колективу? Я вже тут навчаюся 6-й рік. Взагалі подобається тобі навчатися чи ні? Так. Ходиш з задоволенням, може хтось підтримує, там бабусі, мами, так, мами, батько приходять. Батьки. Сама пробувала співати сольно? Да. Так, я співаю сольно. А що більше подобається співати? Сольно. Сольно, а що, якісь так, українські пісні, акапельні? Так, українські мені саме більше подобається співати. Ну. Настуся, а тобі ще до вподоби? А ти брала участь в різних конкурсах? Я займаюсь в музичній школі вже 7-й рік, випускний клас. В старшому хорі я вже відносно довго, вже 4-й рік. Також я займаюсь сольним співом. Люблю все співати, не знаю. Ну просто я люблю співати, і я гадаю, що це якось мене підбиває на різні пісні. Коли ти співаєш от в колективі, не відчувається, що хочеться самі виступити, хтось щось неправильно, можливо, заспівав, хочеться самі все сказати, от я так вмію, да? Ну, такого в мене ну, немає, тому що це хор і це праця спільна. Це не я одна і там є тільки я, і я знаю, як краще. Це праця спільна і всі повинні старатись однаково. Підтримувати один одного, допомагати, так? Сьогодні для нашої програми ви також підготували твір. Так? Його ви не виконували на конкурсі. Сьогодні наші глядачі послухають його прямо в прямому ефірі. Я тоді пропоную, скажімо так, попрощатися, а потім ми вже послухаємо твір у виконанні дівчаток і, скажімо так, на такій музичній ноті завершимо наш ефір. Отож, дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли нам трошки про себе, і я обов'язково чекаю вас знову з новими досягненнями, щоб ви про себе розповідали і отримували тільки гарні місця, найвищі нагороди. І вас чекаю з новими новинами. Дякую вам, дівчатка. Будь ласка, дуже чекаємо вашої пісні. Ой, за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким, там орала дівчинонька боликом чорненьким, там орала дівчинонька боликом чорненьким, орала, орала, не міла гукати, та й найняла козаченька на скрипочку грати, та й найняла козаченька на скрипочку грати. Ой, ходила дівчина бережком, ой, ходила дівчина бережком, заганяла селезня батіжком, заганяла селезня батіжком, батіжком. Іди, іди, селезню, додому, іди, іди, селезню, додому, продам тебе дідові старому, продам тебе дідові старому. Гаєм зелененьким вода тече, а не яворику пта щебече. Де дівчина мила, віночок і звила з барвіночку. Де дівчина мила, віночок і звила з барвіночку, з барвіночку. Ой, лопнув обручку, лобарила, дівчина козака та й обдурила. Ой, думалося, передумалося, одур голову бере, що далеко він живе. Ой, лопнув обруч біля діжечки, дівчата мої, сорі їжечки. Ой, думалося, передумалося, одур голову бере, що далеко він живе.